дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я получила очередную посылочку. Вот сегодня будет у нас такая, наверное, в упаковке одна посылочка маленькая, потому что другие посылочки еще не дошли. Эта посылочка у меня уже была, вы уже этот товар видели. Но я хочу вам еще раз показать, может кто-то не видел. Но надеемся, что здесь такие самые браслетики. Здесь такие женские браслетики на красной ниточке должны быть с бусинками. Эта посылочка шла с сайта AliExpress. Шла посылочка, быстро дошла, где-то дней за 27-26, может. Я уже этого продавца покупала, эти браслетики. Этот продавец очень быстро отправляет, и посылочки быстро доходят, меньше, чем за месяц. 20-25 дней, это так. Ну, эта посылка, может, немножко больше. Ну, может, она стояла на почте, я не сразу ее забрала. Может, она и пришла и быстрее. Так, стоит посылочка 36 центов. Выходит один браслет 18 центов. Так, давайте я открою и вам покажу, чтобы много не говорить. Так, быстренько откроем и посмотрим. Пырочку, это вес, да, и вот у нас вот такие два браслетика. Он сэкономил на упаковке и поставил два браслетика в одну упаковочку. Вот у нас такие браслетики красные. Видите, здесь идет. Тут такие у нас бусинки, 4 бусинки, здесь у нас 4 бусинки. Это идет такая красная ниточка, это ниточка, а не какая-то там, не знаю, силикон или еще что-то. Или... И так, и можно ее, так, мы его закрываем, и здесь регулируется размер руки, больше, меньше. Сейчас я покажу на последнюю, где-то. Видите, это вот это будет самый большой размер. И вот здесь тоже такой самый. Браслетики очень дешевые. Продавец всегда их отправляет. Просто смотреть по акции. Они немножко идут дороже, но по акции их можно взять дешевле, чем вот это. Ну, вот такие браслетики. Так что я советую всем покупать. Они очень красиво на руке смотрятся. И такие красивые, симпатичные. Сейчас особенно красная ниточка в моде. Так что вот такая. Здесь еще идут особенно такие бусинки. И здесь регулируется размер. Так что нам, думаю, что это многим понравится. Все. Вот такая у нас сегодня была маленькая посылочка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи. Пока-пока.